В минувшие выходные на Ивановской земле прошел чемпионат и первенство ЦФО по дисциплине кабудо. На соревнования приехали спортсмены из 10 регионов. Поединки проходили сразу на 4 площадках. Спортсмены будут соревноваться в 4 дисциплинах. Это поединки в полный контакт с защитным оборудованием. Это комплексы формальных упражнений ката с различными окинавскими и японскими видами оружия. Поединки на спортивных нунчаку. И тайходзюцу, демонстрация приемов самообороны. Говорят, что в кабудо найти себя может любой спортсмен. В этой дисциплине много категорий. Есть и поединки в полный контакт, и работа с оружием, а для любителей экзотики – нунчаки. Детей в кабудо начинают приводить с 4 лет. Я участвую в 2 категориях. Я участвую в борьбе и в ката. Я хочу всех побить и занять 1-е место. Настрой на победу – это очень важный психологический момент. Но к лаврам приходят только через труд и поражение. На самом деле победы расслабляют. Но хотелось, чтобы они не расслабляли. Потому что многие, когда выигрывают, и после уже я победитель, я чемпион. И очень тяжело, когда выходят на следующие соревнования и проигрывают. И бывает много спортсменов, которые заканчивают на этом карьеру, потому что мы проиграли. Всегда нужно задуматься, предъявить себе претензию, идти и работать, и заниматься. В этом чемпионате у хозяев первое командное место. Ивановские спортсмены завоевали 8 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.